Вратарь ошибается, и гол должен быть. Юрген Клинсман. Первый гол на чемпионате мира. Фигура выступает он в Эйндховене. Еще раз, отлично! Вы посмотрите, Георгий Хаджи. Бебетто вновь угла поля. Гол! Гол! Тестута с мячом. Он вошел в штрафную. И Шамот подключился. Удар! И мяч летает в левую девятку. Да, сегодня Батистута в ударе. Как в одно касание прекрасно сыграно. Марадона. Удар. Гол. Гол Диего Марадона. Хаджи. Удар. Гол. Великолепный удар Георгий Хаджи из-за штрафной площадки. Ромарио положения вне игры нет. Ромарио выходит один на один и забивает свой второй мяч на чемпионате. Карпин. Хороший пас. Мужа! Олег Соленко открывает счет. Ну как так? Мужа! Ну что, второй мяч забивает Олег Соленко. 3-0. Олег Соленко. Пас! Мужа! Гол! Отлично! Олег Соленко опять забил. Сборная Мужа! Пятый мяч в воротах сборной Камеруна, и опять забивает Олег Соленко. Ну надо же, такую редко увидишь даже на чемпионате. Мауро Сильва, пятый Бебетто, седьмой Дунга, восьмой. И в это время Ромарио забивает мяч в ворота. И смотрите, тут же отличный по Стоичкову удар. Стоичков забивает мяч. Вот уже защитников становится больше, но хорошее своевременное подключение к атаке Хаджи, и счет становится 3-1. Выход 1-1. Удар, и мяч влетает в ворота. Роберто Баджо. Ну, надо забивать. Ай, какой гол, красавец. Ай, да Стоичков. Ай, да Стоичков. Синьори набирает скорость. И получает мяч. Еще дальше пас Роберто Баджо. Выход 1-1. Обыгрывает вратаря. Ворота пусты. Удар. Гол. Какой хороший перевод. И какой блестящий гол забила сборная Бразилии. Потрясающе. Не только обязательно Стоичкова. Но вот это мастерство одного человека, который так много знает. 0-0. Вот Роберто Баджо. Опасно как сыграл. Ну. Гол. Вот он. Роберто Баджо. Бесспорно, Италия. Ох, какой момент! Бьет! Гол! И опять же Роберто Баджо! Роберто Баджо! Итак, 2-1 в пользу сборной Италии. Трехкратные чемпионы мира продолжают борьбу. Они первыми выходят в финал. Очередная передача. Ромарио! И гол! Вот он, долгожданный для Бразилии гол. И вот в это время прозвучал финальный свисток. Сборная Бразилии в финале. Франко Борези, Пальюка и Тафарел. Вот они в обнимку идут к воротам. Вратарское братство. Да, доля тяжела, брат, врата. Вот это да! И отбивает Пальюка, а? Вот он. Вот он, первый гол. Ой. Будет бессильно. Левый. 2-2. Вот. Поменял угол и не забил. Счет становится 3-2. Роберто Баджо. Сборная Бразилии, чемпион мира в четвертый раз в истории мирового футбола. Дунга принимает этот почетнейший трофей мирового спорта.